machine. When it comes to rocking, she's a queen. We love to dance on a Saturday night. All alone when I can hold her tight. But she lives on the 20th floor of town. And the battery is broken down. So I'm 1, 2, fly, 3, fly, 4. 5, 6, 7, Friday, flight 4. I'm on the telephone, it's time to drag. 15, fly. Началось все в конце 90-х, когда в Берлин сразу с нескольких сторон въехало несколько наших земляков. Вот это Олег Старанович, Игорь Ермаков и Игорь Кашкуревич. Старанович решает сделать выставку белорусов, раскручивает этот проект, Тахель сдает добро, что-то там как-то они даже выходят на уровень сената, связались с Академией искусств, Шунейко взял на себя роль собирателя. Ну, получилось так, что когда первый список ставленников, так сказать, был отправлен в Берлин, не оказалось как раз тех людей, которые в Тахелесе очень хотели видеть. Ну и в Берлине тогда поняли, что здесь идет закулисная игра, и решили пойти ва-банк. То есть не будет Родина, не будет никакой выставки. Вот. Значит, ну и тогда к Родину пришли, скрипя сердцем, говорят, ну крутись как хочешь, похороны завтра, вот, 2 недели до отъезда, или там 2,5. Вот, работы можешь взять с собой там размером там 30 на 50, там 3-4 штучки. Чем повергли Олесе, так сказать, страшное какое-то задумление. То есть, ну, во-первых, документ за 2 недели все оформить, ну, причем так, ну, для мостака, который такой, знаешь, такой, сам по себе, ну, это практически нереально. Плюс еще такие работы вести, это, ну, провал полный, потому что такие работы вы как художника не раскрывали. То есть, если вести, то вести, ну, фундаментальные какие-то там, да, такие полотнища. Ну, ему, так сказать, это самое, еще помогли оформить документы. Well, I got a girl with a record machine. When it comes to rocking, she's a queen. We love to dance on a Saturday night. All alone when I can hold her tight. But she lives on the 20th floor of town. И Олесь сразу, сходу получил приглашение от Тахелеса остаться на год. Прямо. Единственный из 35 художников, который там выставлен. То есть, ну, это, в принципе, о чем-то говорит. Плюс он оказался в Тахелесе как дома, потому что это среда, не душная мастерская, да, это не какие-то унылые такие вот прямоугольники белые, да, а это какой-то такой хиповый панковский движ, такой, да, то есть каждый день какие-то концерты, то есть там тысячи людей со всего мира, да, вот, проходят. То есть и для него, то есть для Тахелеса это оказалось очень существенно, потому что его выставка, ну, она, в принципе, наверное, единственная выставка, которая идет уже в течение 10 лет. Ну, получилось так, что первый дах это был не фестиваль, а выставка. В общем-то, помимо живописи там, и небольших инсталляций, там практически. Ну, то есть там не было музыки особо. Хотя нет, на открытии играл Андрей Скульптор Зартепло. Вот, Олесь сделал перформанс. Вот. Второй дах, это была просто выставка Олеся и музыканты Тахелеса, кто хотел, просто приходили там, где-то среди работ оставляли свои там какие-то колонки и играли что-то. Да? Пели там. Потому что дах третий прозвучал в Минске в 2003 году, в Минске, в музее кино. То есть приехала из Тахелеса Бьянка Флигель. Вот, она 2 месяца тут долбала, надо сказать, только в мастерские, там, в академии. Потом был еще пленэр. Вот. И потом по мотивам, так сказать, всего этого дела была организована такая выставка дах 3 в музее кино, в галерее Оник. Поют ветрами. Приходит время.
Warcraft 4 должен был пройти, он назывался Second Penetration into Tacheles. Mm. То есть Олесь вернулся из Tacheles с новыми работами и получил зал, один из залов палаца по персональному выступу в 2004 году. А я решил просто собрать всех наших друзей, музыкантов, перформеров, литераторов, кто бы хотел вот в рамках этой выставки выступить. Ну, то есть такая была 10-дневная такая фестивальная программа. Вот. Ну и что получилось? Вот первый день, значит, механёры, то есть мы делаем перформанс на улице. Да? Директор палаца на тот момент, это какой-то там то ли бывший, то ли действующий, какой-то крупный милицейский чин. Вот. Ну или что-то типа. Понимаешь, увидев происходящее, начал топать ногами, кричать, я всех посажу. Вот, его успокоили. На следующий день мы приходим сюда, значит, объявления типа фестиваля не будет. Да, то есть все запрещено. Воля директора палаца. Вот Олесь пошел к нему, Син и я, так, за компанию. Короче, там директор топал ногами, кричал. Вот, в общем, выставка продолжалась, а фестиваль не состоялся. А, ну потом еще дахи были, то в Минске, то в Берлине, там и музыкальные, и просто выставки, и дах 8 носил название аэромастерство, но это был берлинский вариант. А дах 9 аэромастерство уже как бы здесь развернут был во всем палаце. И вот в 2009 году, в самом начале года, мы пришли в Союз с Олесем. Вот, и предложили не провести ли нам такое аэромастерство здесь, в палаце. То есть мы сделали в Берлине, это вызвало определенный там интерес. Вот. И внезапно нам сказали, а давайте попробуем сделать. То есть вот нам и нам дают весь палац. Надо реанимировать идею четвертого даха запрещенного. Well, I got a girl who's a record machine. When it comes to rocking, she's a queen. We love to dance on a Saturday night. Хипстеры, ну, можно по внешнему виду, можно, конечно, какими-то классическими формулировками. Вообще, зачем их определять? Ну, вот эти двое, например, вполне себе тянут. Это когда солнце цветы устраивает шумовой эксперимент. И Жанна с загадочной улыбкой ходил туда-сюда с рекордером, с микрофоном записывал. А моночувак напился и нарисовал усы на картине. И с тех пор как бы цветы не забыл. То, что как бы сейчас вот так выстроилось, там 9, 10, 11, это... Ну, это близко к реальности, но на самом деле было больше. Потому что в Дахи входят все инициативы, которые... в той или иной степени касается вот нас с Олесем, так, в которых участвует Tacheles. Были какие-то маленькие инициативки еще в Tacheles, да. Например, там несколько выставок Олеси, в рамках которых я там делал перформансы, да. И это такая повольная такая вот инициатива, да, стихийная, то есть вот она рождается. То есть сегодня мы думаем так, делаем так, завтра так, все. Мы уже дошли до какой-то точки, после которой как бы вот мы вот идем своим путем, да. Вот кому этот путь, то есть кому он ближе, к этим или к этим, это меня как бы не волнует. Mm-hmm. Мы делаем и идем. Кто-то хочет присоединяться, пускай присоединяется, но мы не тащим никого и не пропагандируем каких-то там определенных ценностей. Mm-hmm. Да. Ну, больше всех, конечно, подвергся обструкции 9-го, mm-hmm. потому что про предыдущие дахи особенно mm-hmm. никто и не знал. Ну, вообще здесь здорово. Здесь такая особенная атмосфера, и здесь хочется находиться просто. Ну, фотографирую народ, там, типа, я платежу, профессор. Mm. Эти фотографии. То есть, да, для Tacheles, ну, действительно, в принципе, серьезная такая платежка. Ну, я так надеюсь. Здесь у нас выставляется несколько художников из Tacheles. Mm. Это такая, конечно, традиция. When it comes to rocking, she's a queen. We love to dance on a Saturday night. All alone when I can hold her tight.
То есть запретишь Гитлеру быть художником, он станет политиком.